Ну почему мне досталась звезда? Поторопись, ладно? Мне не нужно говорить дважды. На любую секунду. Продолжай. Мне нужно больше времени. Мечтать не вредно. О, нет, я ее сломала. У вас есть еще печенье? Ты выбываешь из игры. А? Я шучу. Привет! Барби? Ешь! Ого, вкусно! Это она? Да, она украла мою форму! О, вот, пожалуйста, извините за причиненные неудобства. Молодец, гений. Что? Нет, не делай этого. Извинения не помогут. Я в порядке. Итак, где мы? Ого! Ой! Красный свет, зеленый свет. Кажется, нам придется играть. Идем! Давай, Уэнсдей! Раунд закончился. Стоп! Не обнаружено движение. Круто! Мне это уже надоело. Нужна помощь? Ты знаешь, что Хорошо. Делать. Раунд закончен. Сканирование поля. Вау, как ты в этом ходишь? Тебе нужен каблук пониже. Отличная работа, вещь. У-у-у, нет! Обнаружено движение. А можно я попробую еще раз? Фу, значит, я победила. Я так рада. Обнаружено движение. Разве игра не закончилась? Ты проиграла. О! Держите! Зачем? Становится все страннее. Следующая игра – перетягивание каната. А, я поняла. Начинаем через 3, 2, 1. Поехали! О, тебе конец. Ты проиграешь. Отпусти. Ты отпусти. Давай. Мне это надоело. Вещь. К вашим услугам. Тяни. Кен, мне нужна помощь. Привет, Барби. Предоставь это мне. Тяни. О-о-о, кто он, бодибилдер? Эй, Барби, это для тебя. Воу, у тебя такие красивые глаза. О, ты такой милый. Эй, он мой парень. Упс. Поверить не могу, что ты так поступил со мной. Сколько драмы. Ты меня раздражаешь. Пришло время для третьей игры. Он мой. Нет, не твой. Пожалуйста, остановитесь. Вам нужно продолжать игру. Что это? Нужно прыгнуть и не упасть в пропасть. Хорошо, поняла. Ну, как? Ты первая. Я? Нет, ты первая. Ни за что. Проигравший идет первым. Я выиграла, да. Вперед. Вещь. Ты хочешь, чтобы я туда прыгнул? Раз, два, три, четыре, пять. О, нет. Мне жаль твоего питомца. Твоя очередь. Хорошо. Мне нужна помощь. Привет, Кен. Привет, Барби. Ты можешь попробовать? Хорошо. Это легко. Что дальше? А не важно. Пока, лузер. Твоя очередь. Ладно, но когда я доберусь до выхода, то уйду. Ой, теперь, похоже, моя очередь. Медленно и уверенно. Ой. Хорошо, следующий шаг. Влево или вправо? Ага. Ага. Почти. Ой. Где мы? Эй, посмотри. Стулья? Что? Кто там? Следующая игра. Вы должны продемонстрировать, на что способны. Танцуйте. И все? Думаю, да. Я точно выиграю. Ой, я бы не была так уверена. Да? Что? Они не умеют играть. Но... Эй, перестаньте! Что? Ой. Вам нужно танцевать вокруг стульев. Невероятно. О, хорошо, за дело. Танцуйте! О. Ты проиграешь, Барби. Это ты проиграешь. Смотри, как я двигаюсь. О, да! Стоп! Садитесь на стул! Нет! Ты выбываешь, упс. Фу. Раунд второй! Танцуйте! Давайте! Когда это закончится? Эй, диджей, можно поменять песню?
Нет, хватит! Ха! Вон отсюда! Я выиграла, неудачница! Ох, свобода! Интересно, какая она? Что? Эх, ладно. Ты можешь освободить нас? Освободить вас? Да, госпожа. У меня есть то, что вам нужно. Нет? Осторожней! Оно было где-то здесь. Это все? Нет. Я вообще-то тут. Это шутка какая-то. Вот. Это тебе. Мягкая игрушка. Все это зря? Я справлюсь. Эй, мистер, можете выпустить нас отсюда? Я поцелую тебя, если ты это сделаешь. Я не должен. Но я не могу стоять перед тобой. Хороший мальчик. И никакого гипноза не нужно. Подумаешь. Я тебе кое-что принес. Что за черт? Мне это не нужно. Уходи. О, цветы. Они тебе нравятся? Уже нет. Мне их слишком часто дарят. Фу. Подожди секунду. Он оставил нам ключ. Отлично, еще один подарок. Стой, что? Нет! Теперь можно перекусить. О, нет, я его сломала. Ты идешь с нами. Давай сыграем в игру. Нет, подожди, я хозяйка игры. Да упокоишься ты по частям. Нужно с этим покончить до того, как кто-нибудь... Что здесь происходит? Здесь не на что смотреть, офицер. Вы поедете со мной в участок, юная леди. Просто супер. Смотри в объектив. Ох, ненавижу вспышки. Это место слишком светлое для моей души. Еще разок. Привет. О, вещь. Готова? Что? Ничего не видно, что случилось? Дурацкая камера. Ладно, попробуем эту. Опять ничего не видно. Это тоже не работает. Полиция никогда не сдается. Ну а это-то почему не работает? Что ж, нужно выполнять свой долг, чего бы это ни стоило. Стойте спокойно, мадемуазель. Пора включить своего внутреннего Мане. Ну, манифик. Вот, пожалуйста. Совсем на меня не похоже. Это мой папа. Какая же уродливая униформа. Ненавижу оранжевый. Как я могу тебе помочь? Мне нужна моя одежда. Конечно. Хороший мальчик. Пора проявить творческий подход. Давай вернем тебе твой прежний образ. Эй, готово, примерь его. Ты так хорошо меня знаешь. Ты отлично постарался, вещь. Снова в черном, наконец-то. Любимые домашние животные, черный пояс. Так-то лучше. Пора немного вздремнуть. О, что происходит? Вот уж не думала, что я такая гибкая. Мила. Вот и подремала. Вкусно. Я тоже хочу есть. Хочешь? О, да, да. Глупая девчонка. Сегодня я добрый. О, это... Упси! Просто пошутил. Ты об этом пожалеешь. О, эй, привет. Что? Иди сюда. Чего вы хотите, мисс? Мне нужна пиранья. Что? Фе, это вряд ли. Твоя очередь, вещь. Я все сделаю, буду через минуту. Отличная работа, вещь. Вот, пожалуйста. Спасибо. Какая странная девушка. Идеальный пруд для моей маленькой пираньи. Пока-пока. Первый шаг сделан, теперь шаг второй. О, это то, что нужно. Кто не любит печенье со слаймом? Какое свежее печенье. Пожалуй, я съем его прямо сейчас. Стой, остановись. Обожаю печенье. Вкуснотища. О, да, то, что надо.
Что? Чувствую себя немного странно. О, живот! Почему он так болит? Можете воспользоваться моим туалетом, офицер. Отличная идея! Быстрее! Вот и пришло время расплаты. Что? Что это было? Мой зад все еще на месте? Мужчина, так драматично. Это что, попкорн? Ну и лузер. Спасибо, Пипи, и прощай. Неплохо. Эй, ты! Пора обедать. Прекрасно. Ешь! Что это? Фу! Все в комках и так неаппетитно. Отвратительно. Ой. О, боже, моя любимая еда! У меня есть идея. Прости, маленький таракан. Время для розыгрыша. Эй! Эй, ну офицер! Ну что там? Это так вкусно! Нет! Ты следующий. Утро. Доброе утро! Предлагаю немного покреативить. Ладно. О, отличная работа, Виш. Мартише это понравится. Крепкие мускулы, возможно, когда-нибудь вытащат меня отсюда. О, да. Раз, два. Камень, ножницы, бумага. Я выиграл. Дурацкая игра. Так-то лучше. А? Что? Что она там делает? Отрабатываю танцевальное движение. Молодец. Миссия провалена. Это число? Что происходит? Я помогу тебе. Где ключ? Где же ключ? Помоги мне. Нашел. Что происходит? Это выглядит странно. Я больше не поддамся на твои уловки. Попалась! Очень смешно. Правда? Ты меня раскрыл. Ох уж эти дилетанты. Ладно, где мой кофе? Нужно попить. Фу, он совсем холодный. Ну и болван. Я люблю вязать. О, нет. Я должна сбежать. К твоим услугам. Мне нужен план побега. Это поможет. Вот. А это еще зачем? Мне нужен ключ. Конечно. Вот. Да неужели? Ой, а как насчет этого? Нет. О, может, вот это? Бэм-бэм! Ну, ладно, придется мне сделать все самой. Готово. Это ключ к моему спасению. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, это должно быть совсем просто. О, как я и думала. Говоришь, дилетанты, да? А куда это ты собралась, а? Вот облом. Давай сюда ключ. Ладно. Спасибо. И возвращайся в свою камеру. Ну, ладно, пора немного расслабиться. О, три преступника сбежали из тюрьмы. Ага. Вещь, принеси мне этот ключ побыстрее. Ладненько. Вон он. Вон там. Этот? Ладно. Ну вот, пожалуйста. Это еще что? Мне нужен ключ. О, да-да-да, ключ. Да, это и есть ключ. Хорошо, хорошо. Этот?
Оу-оу, вот этот. Хорошо. Что, серьезно? Вот. Мне и правда нужен ключ. Ой, о, да-да-да, ключ. Идиот. Что-то я начинаю уставать от этого. А? Что? Что случилось? А! О, ключи на месте. Фу, слава богу, ключи все еще у меня. Оу! Готово. А почему так тихо? Бу. Ну, я тебе задам. Ну, она явно на это клюнет. Итак, за дело. Так, куда же это положить? О, идеальное место. Что это? Это что, какой-то трюк? Как сбежать из тюрьмы? Посмотрим, что там внутри. Это что, шутка? Еще один шаг к свободе? Ха! Попалась! Во имя гроба, что это? Это отвратительно. Что? Эй, что ты делаешь? Эй! Остановись! Этому мусору место в унитазе. Нет, моя книга! Нет, нет! Попрощайся со своей книгой. Пора вывести наши дела на новый уровень. Немного химии не повредит. Хотите увидеть настоящее зелье? Не самое мое любимое сочетание цветов, ну ладно. Теперь нам понадобятся блестки. Они мне тоже не очень нравятся. Так, еще немного. И хорошенько размешаем. Готово. Что ж, посмотрим. Кажется, и правда готово. Эй, офицер! Что? Смотри, там летучая мышь. Где? Летучая мышь? А? Нет тут никаких летучих мышей, врунья! Прошу прощения. Уэнсдей! Но... Уэнсдей, я тебя люблю. О, боже. О. Ну же. Что? Мои штаны! Переходим к плану Б. Когда ничего не помогает, подключаем электричество. Что? Эй, что ты делаешь, Уэнсдей? Ты что, сумасшедшая? На этот раз ключ будет моим. Что? Почему на мне платье? О, да! Что? Как же я устала. Я тоже. Выпусти меня отсюда. Что? О, да, моя смена закончилась. Вот тебе ключи. Делай, что хочешь. Он это серьезно? Правда? Прекрасно. Что ж, пора в школу. Хотела бы я, чтобы мои козявки были в цветовой гамме Эмма. Секундочку. Я не люблю розовый. О, боже, мои глаза! Помогите кто-нибудь! Что? Привет!
приходи на мою вечеринку. Увидимся. У меня словно летучие мыши в животе. Что? У меня не так много времени, чтобы собраться. Фу, мне нужно принять душ. За 7 часов до вечеринки. Хорошо, вода такая же холодная, как моя душа. А, мои глаза. Так дело не пойдет. Я знаю, что делать. Что? Не очень приятно. Забудь об этом. Сегодня я хочу свести боль к минимуму. У меня депрессия или что-то типа того. Этого достаточно. Мне хватило меньше, чтобы удалить волосы Паксли. Вотрем хорошенько. Теперь подождем час. Окей, пора. У меня так чешутся ноги. Какая пытка. Что мне делать? Наносить только на 10 минут? Мне нужно это исправить. Я знаю, как скрывать прыщи, поэтому без проблем. Я становлюсь неженкой? Надеюсь, что нет. Готово. Осталось 6 часов. Мне нужно торопиться. Проверим кое-что. Да, у меня точно гены Гомеса. Убедитесь сами. Мне нужна рука помощи. Да, спасибо. Приступим к работе. Как по волшебству. Так гладко. Но, похоже, это еще не все. Кузен Ит, это ты? Ничего себе! Вечно со мной так. Что? Окей, что делать? У тебя есть косметичка? Серьезно? Все страннее и страннее. Дай-ка я возьму это. Сделаем, как у девочек готов. Готово. Так-то лучше. Осталось 4 часа. Мне нужно сделать макияж. Круто. Именно так, как мне нравится. Что? Убрать тени для век? Ну, ладно. С каких это пор ты стала гуру макияжа? Ну и? Мне это не нравится. Лови. Сегодня я не в своей тарелке. За что? Ну же! Что ты предлагаешь? Ну ладно, попробую. Даже мой черный кот будет завидовать. Да, мяу. Просто идеально. Так раздражает. Что? Мне нужно это убрать. О, ловкая как зомби. Что это у нас? Мило. Мартиша всегда использует для этого волосы из раковины. Похлопаем и помассируем. Как я выгляжу? Стив выложил новое фото? Что? Он с этими скучными нормальными? Стив с другими девушками? Что ты думаешь? Отчаянные времена, отчаянные меры. Хорошо. Держись, ты сможешь. Представь, что это твой страшный грим на Хэллоуин. И худшее еще впереди. Блестки. Моя семья скоро отречется от меня. Фу. Этого достаточно? Дай мне это. Я правильно делаю? Мне нравится. Не могу разлепить. Сезам, откройся. Какой кошмар. Лучше их сниму. Совсем другое дело. Они немного суховаты. Мне нужна помада. Вот это единственный приемлемый цвет. Будет классно смотреться на твоей шее, Стив. Сделано. Но это как-то неровно. Я могу исправить. Больше значит лучше. Не беда. Что я наделала? Помоги мне.
это такое? Я не понимаю. Не люблю, когда мне говорят, что делать, но окей. Стив будет в восторге, когда увидит меня. Я уверена в этом. Добавим немного розового. Да, я точно впадаю в девчачьи нежности. Так-то лучше. Но тут нужно поработать. Что мне делать с ногтями? Попробуем. Прочь, старый лак. Дай мне это. Момент истины. Я вынесу это унижение. Я делаю это ради любви. Фу, в смысле, ради ненависти. Я делаю это из ненависти. Готово. Они неплохо смотрятся. Но зато вот здесь... Я это исправлю. Проще простого. Что? Это шутка. Ненавижу. Ничего не выходит. Ладно, попробую еще раз. Становится все хуже и хуже. Бесполезно. Осталось 2 часа. Помоги. И побыстрее. Что? Ты хорошо поработала. Но мне нужен черный цвет. О, цвет сладкого, чудесного траура. Немного похоже на черный перец. Это сойдет. Чего еще не хватает? Как ты смеешь? Никогда. Хорошо, я сдаюсь. Сейчас выпрямим. Почти так же круто, как у Дженны Ортеги. Что? Думаю, у нас тут маленькая неприятность. Я рискую потерять волосы. Давай сюда. Я реально ненавижу себя за это. Меня больше не тошнит от розового. Не так уж плохо. 1 час. Мне нужно идти. Пора выбрать наряд. Думаю, что-нибудь черное. А если... Пожалуй, слишком открытое. Нет. Прочь отсюда. Платье моей мамы. Слишком длинное. Ага. Слишком блестящее. Фу. Нет, нет, не это. Нет. Мне нечего надеть. Что? Нет, даже не думай. Костюм спящей красавицы. Ты серьезно? 10 минут. Я не смогу. Прощай, Стив. Думаю, нам не суждено быть вместе. Что? А? Что ты имеешь в виду? Это навеяло меня на мысль. Мне нужно это и... вот это. И... бум! Зачетное сочетание. Внесу некоторые исправления. Хорошо, идем. Знают ли эти люди, что я собираюсь танцевать, танцевать моими руками, руками? Ага, так круто! Вау! Что? Классный наряд, Уэнсдей, потрясающе! Я ей покажу! Да! Я из команды Джейкоба. Я тебе покажу. Что? Ты пожалеешь об этом. Убирайся из моего дома. Что здесь происходит? О, классный наряд. Спасибо. Что случилось с твоими зубами? Я все объясню. Что с ним такое? Где она? Нет, почему он выглядит одновременно таким злым и голодным? Где кровь? Нет, нет, это просто маленькая царапина.
Вот, пластырь для твоей царапины. Нет, пощади возьми меня. А? Спасибо. О, она такая красивая. На здоровье. Он такой милый. Я умираю с голоду. Время обедать, приступим. Мама так классно готовит. Вкуснятина. О, Стив, он такой крутой. Думаю, сейчас хороший момент. Привет, Стив. Привет, Салли. Это кровь? Твои зубы. Оу. О, нет, это просто кетчуп. Кетчуп, ну, конечно. Да. Итак, позволь с тобой поделиться. Выглядит еще аппетитнее. Круто. Хочешь? Почему бы и нет? Смотрится восхитительно. Что это? О, нет. Мой язык горит! Что это такое? Тебе не нравится моя еда? Нет, просто у меня особая диета, прошу прощения. Боже, я только что отравила парня своей мечты. Что не так? Этот запах чеснока. Ну да. Мам, зачем ты кладешь так много чеснока? Стив, я могу сесть рядом с ним, ага. Да, это мой шанс. Ой, мои волосы, окей. Спокойно, Сави, будь крутой. Он выглядит таким серьезным. Привет. Привет. Он неважно выглядит. Что это за запах? Чеснок? Лучше быть подальше от этого криптонита. Еще немного. Нет. Я должна это исправить. Нет. Ну уже куда ты делся? Нет. О, нет, не это. Зачем мне столько всего? Вот ты где. О, да, побрызгаю на удачу. И еще немного, на всякий случай. Теперь еще хуже. Хорошо, достаточно. Доброе утро, класс. Готовьте домашние работы. О, окей. Вот мое домашнее задание. Хорошо, спасибо, Сави. Стив, а твоя домашняя работа? Секундочку. Где же она? О, дыра? Должно быть, она вывалилась. О, наверное, она все еще у меня дома. Одну минуту, мистер Тимоти, мне нужно забрать домашнее задание из дома. Одну минуту? Никто не может сделать это за минуту. Что такое? Вот моя домашка. Хорошо. Очень хорошо. Как ты сделал это так быстро? Ну ладно. Может, мне стоит отдохнуть на пляже после школы? О, сегодня так жарко. Время ТикТока. Кому свежего сока? Так, классно. Освежающий и прохладный. Как раз то, что нужно моей бледной коже. Маленький поцелуй солнца. О, боже мой, он так круто смотрится на солнце. Привет, Сави. Привет, Стив. Твои глаза, твоя кожа. Что это было? Это был просто сон? Или мой сон стал реальностью? Почему так чешется? Нет, это просто комариные укусы. Вот он! Какой красивый! Меня от него пот прошибает. Надеюсь, это не чувствуется? Потеешь из-за меня? Его приятно взгляд. Читать такие мысли. Он что, может читать мои мысли? Как же мне заполучить парня моей мечты? Нужно привлечь его внимание. Вот так. Все готово. Позволь взять у тебя интервью. Минутку. Эй, привет. Я Сави, школьный репортер. Привет, Сави. Привет, Стив. Ты так популярен. Можешь сказать пару слов для школьной газеты? Я не знаю. Привет, ребята. Я говорю с популярным парнем нашей школы Стивом. Какие у тебя пожелания на этот учебный год? Почему она набросилась тебе на меня? Нравится, о, нет, она не должна видеть меня таким. Относятся. Мне и нужно это стереть тайком от нее. Сделано. Готово. Планы на выпускной вечер. Мне нужно идти. Давай просто встретимся после школы, ладно? Увидимся позже. Что? Он такой странный? Ну, мне это нравится. Сейчас проверю видео. Что? Там только мои селфи. Почему? Почему остальное не записалось? Ничего, я найду тебя снова. Стив! Попался!
Он только что обнимал снеговика? Твоя рука очень холодная. Иногда это случается. О, да, конечно. Сави. Да. Так здорово идти. Я ему нравлюсь. Домой одному. Постой. Что? Окей, увидимся позже. Пока, Сави. Ну. Она мне нравится, но мы не можем быть вместе. Так будет лучше для нас обоих. Какой-то он подозрительный. Он милый и застенчивый, но иногда ведет себя странно. В нем есть что-то особенное. Я должна все выяснить. Подождите-ка. Я влюбилась в вампира? Нет, он никак не может быть. В смысле, мне нужно узнать наверняка. Не могу поверить, что люблю вампира. Мне нужно спрятаться, чтобы раскрыть его секрет. О, это идеальное место. Посмотрим, здесь ли он. Летучая мышь средь бела дня. О, божечки. Вперед, вампиры. Ненавижу солнце. Вампиры в нашей школе. Как они появились из ниоткуда? Одна улика ведет к другой. Что он задумал? О, опять застрял? Использую суперсилу. Вот так. Надеюсь, никто не видит. Нормальный человек не смог бы так сделать. Настроим вампирские чары. Ну-ка, зеркало открой. Кто здесь на все 100 крутой? Души нет, привлекательность зашкаливает, да? Что? Этого не может быть. Нужно вернуть это на место, пока смертные не заметили. Он опять это делает. Смертцы такие непрактичные. Окей, как он стал таким сильным? Что дальше? Не выдай себя, Сави. Уже время для обеда. Где она? А, вон она. Привет. Привет. О, вау. Она такая классная. Вот твой кровяной сок. Спасибо. Что? Он точно вампир. На что это вы смотрите, смертная? О, я знаю, как его заполучить. Снова математика. Вот он, мой Стив. Эй, Стив. Ого, ты изменилась, Сави. Ты выглядишь странно. Я сделала это для тебя. Что? Что ты имеешь в виду? Я знаю, кто ты такой. Ты вампир. Это я? Что? Все улики доказывают, что это так. У тебя холодные руки. У тебя красные глаза. Я должен уйти. Нет, Стив, подожди. Стив. Прости, я опасен для тебя. Все в порядке, Стив. Это не проблема. Я не боюсь. Ты не должна никому об этом рассказывать. Конечно, не буду. Ведь ты мне нравишься, Стив. Я тебе нравлюсь? Никто никогда не говорил мне такого. Ты мне тоже понравилась. Правда? Да, с первого взгляда, Сави. О. У меня никогда раньше не было свидания с человеком. О, у меня никогда не было свидания с вампиром. Привет, Сави. Присоединяйся. Ладно. Глупенькая. Что случилось?
Что? Китти! Вау, роскошная! Привет, Стив! Ты меня что, не видел? Я махала тебе. Привет, что-то Сави. Не так? Привет, я Сави. Ты подруга Стива? Что это? Смертная? Отвратительно. Но со свежей кровью? Почему я уже знаю, такая кто злая? Ты. Идем, Стив. Давай, Стив. Стив, ты что, не хочешь поговорить со своей девушкой? Шш, не говори этого вслух. Что? А? Куда он делся? Как он посмел исчезнуть? Стив, мне это не нравится. И я собираюсь все выяснить. Неприемлемо. Даже вампир не может так обращаться со мной. Мне нужно выбрать, кто важнее, Китти или Сави. О, она смотрит на меня, что же ей сказать? Стив! Но я люблю их одинаково. Эй, сильно. Стив! А? Не хочешь поговорить о том, что произошло? О, Сави, тут не о чем волноваться, детка. Ты точно в этом уверен? Да, она просто новенькая в этой школе. Я должен показать ей, что к чему. Но ты заставил меня молчать, Стив. Извини, окей? Просто я никогда не встречался со смертными девушками. Что ж, в таком случае, я понимаю, Стив. Спасибо тебе, Сави, ты очень добра. Стив. Кто бы это мог быть? Кто это? О нет, только не сейчас. С кем он переписывается? Китти, я так и знала. Давай встретимся после уроков. Что? Стив! Извини, мне нужно идти. Увидимся позже. Обманщик. Я раскрою все твои секреты. Пора вытащить кота из мешка. Миссия начинается. О, вот он. Что он задумал? Берег чист. Итак, полетели. Он еще и летает. Мне нужно за ним. Такси, такси. Где Китти? О, вот она. Что это за место такое? Почему он с ней? Неужели она важнее меня? Не могу поверить. Мне нужно узнать, о чем они говорят. Ладно, я готова. Но сперва осторожность превыше всего. Итак, моя защита. Даже их еда другая, не такая вкусная. Они и правда вместе. Я думаю, это не главное, это не важно. Но ты же не думаешь? Простите. Вы готовы? Вы готовы сделать заказ? Мы уже заказали напитки, благодарю. А, вот и они. Ваш напиток, сэр. Извините, сэр, ваше здоровье, прошу прощения. Должно быть новенький. Здесь очень холодно даже для вампира. Что? Куртка, именно то, что мне нужно. Это мой шанс. Делайте свою работу, маленькие друзья. Ведите меня туда, куда она пойдет. Здесь пахнет чесноком. Это невыносимо. Да. Мы раньше не встречались, а? Нет, сэр. Снова этот запах. Мне плохо. Я не могу открыть Почему глаза. Все так мутно? Мои глаза. Где он? Я больше не могу. Прости, мне нужно идти. Окей, Китти, до скорого. Я тоже этого не вынесу. Надо выбираться отсюда. Чуть не попалась. Китти. Куда ты идешь, Китти? Я должна проследить за ней. Детектив Сави снова в деле. Где это мы? Так, посмотрим. Что? Здесь, у ее дома? Это ее особняк? Вампиры живут в особняках, верно? Что ж, мне нужно попасть внутрь. Стив, он опять с ней. Он действительно мне изменяет. Глазам своим не верю. Как я могла подумать, что я в его вкусе? Но о чем они говорят? Я ничего не слышала. Я твоя сестра, и мы вампиры. Ты забыл о наших традициях? О том, кто ты есть? Меня не волнуют все эти дурацкие традиции, Китти. Нет, ты не можешь так говорить. Они брат и сестра? Серьезно, Стив, вампирам опасно встречаться со смертными. Я не хочу быть вампиром. Потому что я люблю ее. Что? Правда? Он любит меня? Что это было? Ты привел ее сюда? Нет, я бы никогда такого не сделал. О боже, она сейчас все узнает. Это определенно она. Это ты.
Я просто... Ты не должна быть здесь. Нет, я не позволю тебе запутать Сами? Моего брата и разрушить нашу семью. Нет. Остановись, Китти, нет! Не трой мою девушку! Не делай этого, Стив! Держись от нее подальше! А иначе что? Китти! Нет, я не позволю тебе причинить ей боль! Сави, ты в порядке? Это какое-то безумие! Я не могу так жить! Я ухожу! Что? Не смей преследовать нас! Но, Стив! Сави! Постой! Сави! Выслушай меня, пожалуйста! Нет. Твоя сестра права. Для нет, нас слишком нет, опасно нет, быть мне вместе. Мне плевать на то, что она сказала. Я больше не хочу быть вампиром. Нет, это бесполезно, Сави, Стив. Я просто хочу быть с тобой. Но как это сделать? Я не знаю. Я не могу снова стать человеком. Это просто смешно. Что, если я стану вампиром ради тебя? А? Сави, не говори так. Ты не знаешь, каково это быть вампиром. Мне все равно. Я люблю тебя, Стив. Я хочу быть с тобой. Сави, ты уверена? Да, конечно, уверена. Это единственное, чего я хочу. Разве ты этого не хочешь? Да, я люблю тебя и так сильно хочу быть с тобой, Сави. Тогда сделай это. Сделай меня вампиром. Хорошо, Сави. Добро пожаловать в бессмертие, Сави. Настоящий взрыв шариков! Добавим к этому немного радуги. Я хочу стать профессиональным изготовителем слаймов. Как он растягивается. Ой, что это? Что происходит? Мам! Привет, Том. Давно не виделись. Вещь тоже передает привет. Надо же, сколько драматизма. Том, эту неделю Мандер проведет с нами. Класс! Отлично! Отвали! Пора немного освежиться. Что? Здесь что, уже побывала моя кузина? Фу! Как? Кто? О боже! Фу! Отстань уже от меня! Мандей! Это мое. Успокойся. Убери за собой. А теперь проваливай. Тогда давай помоемся. Полагаю, из этого выйдет отличная мочалка для душа. Очистим тело, но не душу. Немного пенится, как молоко. И немного щекотит. О, заднюю часть тоже не помешает помыть. Дети, у вас есть грязная одежда? О, это я постираю. Скоро вернусь. Что это было? Что? Моя одежда. Нужно ее вернуть. Фу, розовое полотенце. Ни за что. Ну что за люди? Что ж, придется взять это. Том, где моя одежда? Что? Ты голая! Возьми это! Что? Я же ненавижу этот цвет! Не волнуйся, у нас есть аксессуары! Я обречена. Это просто отвратительно. Пожалуйста, остановите его. О, мы еще не закончили. Давай поработаем с лицом. Это разгладит кожу. Просто почувствуй. Ну, покажи свою прелестную улыбку. Это больно, знаешь ли. А теперь оденем это. Не шевелись, это будет быстро. Вот так. Какой кошмар. Розовый? Красиво, правда? А теперь глаза. Идеально подходит к твоей коже. Губы, великолепно. Немного блестяшек под глаза и накладные ресницы. А вот и мой шедевр. Класс! Ты что, издеваешься? И последний штрих. Это то, о чем я думаю? Ой, фу! Это в план не входило. Мандей, а вот и чистая одежда. О, здорово, спасибо. Ух ты, круто! Только не сейчас! Вот облом! Теперь придется ждать, пока он полностью не зарядится. Заряжайся быстро, хорошо? Ну, где там розетка? Ну же! Сейчас не время меня бесить! Розетка сломалась или что это вообще? Нужно включить свет! На этот раз я не промахнусь. Вот так? Что? Это еще что? Привет! Уйди от меня!
наконец-то вечеринка. Это всего лишь вещь. Повзрослей уже. Ну, хватит. Это вообще что? Это наш двоюродный брат вещь. Наш двоюродный брат? Ну тогда... Вот и новый день. У меня грязь на кроссовке. Я не могу пойти в школу в таком виде. Уходи, проваливай грязь. Все должно быть безупречно. Идеально. Что? Ну что еще, король драмы? Вот как я готовлю свою обувь. Главный ингредиент: грязь, вода и насекомые, чтобы получился идеальный цвет. Готово. А теперь шагнем в самую гущу. Вот так. Немного покрутимся влево и вправо. Самое то, чтобы пойти. И это ты называешь самое то? Прошу прощения. Ну, то есть, это просто потрясающе, фу. Мой любимый рюкзак. Что? Ага, прекрасно. Нужно использовать вот это. Да, отличная идея. Бам! Фу, пока-пока. Смотри, Мандей! Сколько всего мягкого. О, нравится? Вот это куда лучше. Как раз подходящего цвета. Спокойно, из тебя получится идеальный школьный рюкзак. Первым делом освободим место в твоем животе. Обожаю наносить удары ножом. Этого хватит. Так, отлично. Избегайте пустоты. Молния здесь очень даже кстати. Черная и белая. Нам понадобятся цепочки, чтобы ты выглядел идеально. Ты будешь единственным в своем роде. Минуточку. Бабочка? Как убого. У меня есть кое-что получше. Ах, идеально подходит к моему платью. Шипы, чтобы держаться подальше от всяких вонючих обнимашек. И нам вовсе не нужны щенячьи глаза. Нам нужны глаза монстра. Готово. Как тебе мой рюкзачок? Ага, круто! Это что, прыщи? Эй, что ты делаешь? Ай! Что? У меня прыщи? О, нет! Это ужасно! Нужно их выдавить! Отвратительно! Просто не верится! Это так отвратительно! Неужели на мое лицо упали астероиды? А я знаю один лайфхак! Стикеры спешат на помощь! Сияйте ярко, как звезды. Думаю, мне понадобится целое созвездие. Ха! Идеально. Зачем считать прыщи, когда можно считать звезды? Хочешь, и тебе такие сделаю? Даже не думай. Нет уж, спасибо. Мое лицо сегодня слишком идеально. Без прыщей и всего такого. Это нужно исправить. Добавим немного контуринга здесь и здесь. Так-то лучше. Что? Как можно более белые жемчужины? Ага, и, конечно же, зубная нить. Что? Недостаточно яркие. Ха-ха, мне поможет вот это. Еще и еще. Вот так. Столько усилий для яркой улыбки. Теперь проверю мою. Мне нужно лишь это. Какой смысл так мучиться, если одна жвачка поможет? Что? Пусто? Отлично! Минуточку. Чувствуешь себя сильным? Что, приятель? Если... Кажется, это мой счастливый день. Джекпот! Я нашла сокровище. Выглядит аппетитно. Кажется, у нас новая девочка. Добро пожаловать в нашу школу! Жесть! Ну чего же ты ждешь? Иди к доске. Ребята, это Мандей Адамс. Привет, я Мандей. Покажи, что я ничего такого особенного и не умею. Станцуй что-нибудь. Не грусти. Танец? Давай! Что ж, давай, раз вы настаиваете, так, я могу танцевать. Поймал!
Дай Ой, извини. Волшебно. О, нет. Кажется, у меня проблемы. Том? Ты сломал мой портрет. Но это не моя вина. Ты разочаровал меня, Том. Нам нужен новый президент. Итак, выбери твой танец был достойный президента. Поздравляю. Да, поздравляю. Что? А можно просто потрясающе. Я этого не заслуживаю. Том. Потрясающе. Почему это происходит со мной? Том, что оставь меня в покое. Как ты могла так поступить со мной? Я тебя ненавижу. Я должен был стать президентом. Том, послушай. Ты стала президентом за один день! Так нечестно! О, боже мой, ты и есть президент! Давай сфотографируемся! Жуть! Как же я это ненавижу! Что? Она попросила сфотографироваться? Да как ты смеешь? Какого чёрта? Вот чудак! Пока, Мандей! Том, я ненавижу быть президентом! Что ж, теперь это все твое! Иди сюда! Что ты? Отстань от меня! Том, я тебе помогу. А? Ты меня обнимаешь? Так, давай забудем об этом. Ну ладно. Друзья? Друзья. Что это? У меня рука в чем-то липком. Что? Ой. Пойдем. Ты должен быть президентом. Ладно. Дети, займите свои места. Итак, Майя, подними руку. Я здесь. Рэйчел? Здесь. Том? Я здесь. Мандей Адамс? Отсутствует. Братец Вещь, а где Мандей? Ну, она придет. Не волнуйся. Так, Том, иди к доске. Да, конечно, иду. Помоги мне, Вещь. Я буду рядом. Вот, пожалуйста. О, нет. 3+2. Это сложно. О! Помощь прибыла. Эй, я внизу. Что? Все, я понял. Ты в порядке? Ой, ай. Серьезно? Я знаю ответ. Приложим руку сюда. Вот так. Да, готово! Том, плохо! Двойка? Плохо. О, нет, мама опять расстроится! Что? Ты просто... Эй, прекрати, давай убираться отсюда! Кстати, где она? Настало время для розыгрышей. Все для тебя, Том. Чертов школьный бал станет куда интереснее. Оставайся здесь, скелетик. Есть, капитан! Веди себя хорошо. Что ж, вышло довольно впечатляюще. И еще одна деталь. Вперед, мои маленькие. Итак, на этом моя работа закончена. О, здравствуйте, мисс директор. Что это? Почему же так шутишь? Мандей, что это за бардак? Мандей, что же ты наделала? А что? Вам не нравится приправа? Ты больше не президент школы. О, нет. Ну и кто теперь возьмет на себя ответственность за школу? Прошу прощения, мисс директор, я починил ваш портрет. Новая рамка? Ну что ж, теперь ты президент. Вы об этом не пожалеете. Мандей, спасибо тебе. Не нужно. Да, никаких обнимашек, ну ладно. Ты испортила наш школьный бал, надеюсь, теперь ты счастлива. А у меня есть отличная идея. А это еще кто? Сестричка Фёздой. Что происходит? Это что? До Хэллоуина ведь далеко. Что творится в этой школе? Нет, пожалуйста, только не Векна. Здрасте, мистер директор. Вам нравится, как я оформила школу? Ты исключена!
школа для хороших девочек научит тебя манерам. Предсказуемо. Завтра будет тема возмущение в силе. Готовы или нет, я иду. Новая ученица. Она спит? О, сколько розового и блестящего. Фу, гадость. Новая ученица. Добро пожаловать в новую школу. Удивительно. Мои губы делают меня слишком живой, а мне больше нравится загробный имидж. Мрачная и бледная. Тихо. Вечно с ним такое. Упс, моя маска. Вот правила нашей школы. Школьные правила. Только яркие цвета, темный макияж под запретом. Мне не нужна эта бумажка. Ты выглядишь так мило. Оу, черная? Попробуй розовую. Сегодня у меня все валится из рук. Что ж, не судьба. Упс. Ах, ничего, у меня еще есть. А? Что? Даже не думай. А? Ты выглядишь супер. Увидимся. Кошмар. Так дело не пойдет. Эй! Прошу, будь моей девушкой навсегда. Нет, это не для меня. Покажи им вещь. Если он не такой, он заботливый, и я чувствую, что мы становимся ближе. Наша связь так сильна. Ну, как-то так. Пока, пока, девочки. Хорошая работа, вещь. Сегодня я модный шериф, и у тебя проблемы. Ты арестована, Мандей. О, нет, наручники. Ты должна соблюдать наш дресс-код. Хорошо, подумай, прежде чем что-то делать со мной. Сейчас покажу тебе, как это делается. Время массажа. Организуем улыбку на твоем лице. Это всегда работает. Да уж, точно. А теперь макияж. Это так подойдет твоей милой и яркой личности. Да неужели? А, готово. А сейчас добавим объема. О, смилуйся. Нет, 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 нет. Ты выглядишь идеально. Это был ветер перемен. Посмотри на себя, милашка. Никакой черной косметики в этой школе. Вот так, намного лучше. Это твой цвет, детка. Огонь. А теперь займемся нарядом. Исцелите меня. Сейчас будет волшебно. Волшебно, отвратительно. И последний штрих. Стоп. Хватит. Оу. Увидимся в кафетерии. Это она. Не может быть. Привет, Элайза! Да, супер! Да. Я больше не могу. Спасибо! Привет, Мандей! Приятного аппетита! Я лучше умру с голоду. Твоя еда! Это чистая пытка. Ничего приятного. Кыш отсюда. Упс, я снова это сделала. Время для настоящей еды. Вручную подобрано моим дядей. Эй! Упс, возьми меня. Танцевальный конкурс. Ты примешь участие? А? Конечно. О, здорово. Увидимся там. Сегодня тест. Сегодня у нас тест. Кладите все свои телефоны и шпаргалки сюда. Да. Эй, Мандей, удачи тебе с тестом. Мне не нужна удача. Вот так, хорошо. А? Ваш телефон, юная леди. Я не поклонница технологий. Шпаргалки? Даже не думай.
Ох уж эти дети. Окей, вы готовы начинать? Ты знаешь, что делать, вещь. Пусть твоя хозяйка гордится тобой. Она списывает. Нужно преподать ей урок. Да-да, дорогая, я сейчас буду. Так, класс, работайте. Я вернусь через 5 минут. Я знаю, что делать. Даешь розыгрыши, детка. У меня для тебя подарок. Свежие розы? Не жульничай на тесте. Ух ты, вещь, у тебя новая подружка. О, этот парень не так уж плох. С меня хватит. Не грусти, вещь, ты все равно красавец. Как это возможно? Учитель, она списывает. Идите сюда, мистер. Ты наказан, я сам решу, на какой срок. Эй, нужна рука помощи. Вот. Ты свободен, вещь. Я гений. Я так устала от нее. Она вечно хитрит и делает странные вещи. И я... Я думаю, ей здесь не место. Думаешь, сможешь меня обмануть? Посмотрим, что ты будешь делать на конкурсе. Держу пари, ты проиграешь. Я собираюсь победить. И на этот раз никакого обмана. Ты готова к финальному вальсу? Всегда. Ты не можешь пойти на конкурс в таком виде. Давай это исправим. Нет, я не хочу. Нельзя танцевать вот так. Может, я и не буду танцевать. Тогда что же ты задумала? Я собираюсь читать мысли. Да ладно, разве ты можешь? Да, я могу. Невероятно. Так, подумать о цифре. 7. 7. Цветами точно не выйдет. Фиолетовый. Поверить не могу. Но это правда, Сави. Я знаю, просто отдайте мне уже приз. А теперь наш следующий участник — Мандей. Следующая Бритни! Не знаю, смогу ли я ее победить. У нас все было так круто. Окей, вперед, подруга. Да! Ок. Итак, побеждает Манде! Благодарю. Думаю, тебе это нужно больше, чем мне. Я всегда знала, что ты хорошая. Надо скормить ее моему осьминогу.